Поехали. Итак, как открывать по-гусарски? Вот у нас на бутылке есть тут шовчик. Ну-ка покажи шовчик. Есть шовчик на бутылке. А, вот эту. Эту оставить или открыть? Нет, это, наверное... Да, ну так и так вылетит тогда. Попробуем так. Вот где у нас тут шовчик. И по нему надо бить как бы обухом. Ну-ка, попробуем. Нифига. Короче, это гонка. Ну-ка, если эту открутить. Не поможет. Посмотрим, где у нас шовчик. Ну, потому что, наверное, это не гусарское, а шампанское. Так, готов? Во! Четко оно и делает. Вот это было красиво. Так. Ну хотя бы одно дело, которое задумали, сделали за весь день. Да. Вот так вот. Привет всем гусарам.